Юные таланты. 7-летний Артем Осипов, воспитанник Чебоксарской детской музыкальной школы номер 1 имени Степана Максимова, удивляет окружающих виртуозной игрой на гармонии. Мои коллеги не удержались и тоже станцевали и спели с юным музыкантом. Серьезный молодой человек в белоснежном костюме и расшитой рубахе увлеченно перебирает лады гармонии. Чуваш-таши в исполнении 7-летнего Артема Осипова звучит так задорно, с неповторимым чувашским колоритом. Ноги неудержимо просятся в пляс. Интерес к музыке у него появился с малого детства. Чувашские песни постоянно слушали мама, папа, бабушка. Ему тоже очень захотелось научиться их исполнять на гармошке. Мама хотела артисткой стать, но как-то мне это передалось. Ну и я вот стал гармонистом. У меня очень хороший преподаватель, я за один день все выучил по одной песне. Преподаватель играет, но я на руки смотрю и запоминаю. «Кайка Ивана» мне нравится, «Щурки Вармада» нравится. Я их очень обожаю, даже не люблю, очень обожаю. Обожаю даже. Пальчики ловко перебирают клавиши. Даже губки двигаются в такт. Все нутро молодого таланта переполнено энергией, страстью к музыке. «Я просто хочу играть», — делится Артем. У Артема огромное желание участвовать в различных конкурсах, которые транслируются на федеральных каналах. Но для этого нужно еще многому научиться, много трудиться. Поэтому он посещает Чебоксарскую детскую музыкальную школу номер 1 имени Степана Максимова. На компьютере, на телефоне я не люблю сидеть. Я только на гармошке хочу сидеть, играть. Меня поддерживает мама, и она меня сюда привела, в такую хорошую музыкальную школу. Я хочу стать хорошим музыкантом. Один раз на юбилей он выступил, и мы тогда уже поняли, что он способный мальчик, что он не стесняется, ему лишь бы только гармошка. Мы записали ему песню, он там вообще хорошо выступил, очень рада за него, даже горжусь. Домой приходит, первым делом садится играть на гармошке. Я прошу его идти помыть руки, он говорит: «Ну, мам, ты можешь подождать? Мне нужно поиграть сначала». Сейчас у Артема новая гармошка. Это подарок на день рождения. Артем не расстается с любимым музыкальным инструментом. Всегда с собой берет. В деревню, в садик. Везде с ней выступает. Природный дар есть у Артема. Есть. Он способнейший мальчик. Он старается. Все сейчас хотят в интернете сидеть. Все хотят новую технологию изучать или что-то. И вот искусство постепенно уходит вдаль. Если будет на баяне играть, вот будет великим музыкантом. Надежда Морозова, Юлия Адюкова, Сергей Емельянов, Республика.